репродуктивные функции, как сказал Юра, а проще сказать по бесплодию. Так вот, мы когда пытались подсчитать, сколько детей родилось в нашей команде вот за тот период, пока мы работали, я все время называл, там, думаю, ну, около 116 у меня было так, 118-116. На самом деле, уже около 300. Вы можете себе представить? Ребята, что такое 300 детей, рожденных у людей, которым сказали, что ничего не будет? Это нереально, это невозможно. Забудьте об этом. Леонид Августович, Каза, ребята, вы понимаете, что мы с вами сделали? 300 жизней, подаренных этому миру. Это только и это одна маленькая капля. Я уверен, что у каждого, даже среди здесь стоящих ребят, есть такие результаты. Я прав? Леонид Августович, Каза и наша компания, от своего лица, от имени всей нашей команды, благодарим всех вас, друзья, за то, что мы с вами одни, наверное, в СНГ, по крайней мере, кто действительно, реально занимается проблемой демографии. Потому что только благодаря нам реально увеличивается количество здорового населения.